У Витебску подчас международного инновационного форума презентовали один информационный бизнес-портал для предпринимателей. Удел у форуме приняли представники малого, среднего и буйного бизнеса, объединения предпринимателей из Беларуси, России, Польши, Латвии и Китая. Подписаны международные погоднения об сотрудничестве в галине медицины и эдукации. Особливое место на форуме заняла тема молодежного предпринимательства. Бизнес-проекты представили студенты высших научных установ Витебской области. Авторы лепших инновационных распрацовок отримали возможность реализовать задумки подчас стажировки у ведущих белорусских компаниях.